Зачем ты согласилась играть эту комедию? Я сделала это ради нашей любви. Я перестал мне верить. А почему не слышно? Я не понимаю, о чем они говорят. Ваше высочество, подсудимый благодарит городские власти и одновременно как бы шутит со своей возлюбленной. Хорошо, особенно кружевной воротник и передняя выточка ему очень к лицу. И вообще, он похож на покойного. Помнишь, когда мы были у Архимеда, он сказал, любовь — это теорема, которую нужно каждый день доказывать. Скажи мне что-нибудь на прощание. Что? Что? Ну, скажи что-нибудь на прощание. Что сказать? Подумай. Всегда найдется что-то важное для такой минуты. Я буду ждать тебя. Я очень люблю тебя. Не то! Я буду верна тебе. Не надо! Они положили сырой порох, Карл! Они хотят помешать тебе, Карл! Вот. Спасибо. Спасибо, Марта. Пусть завидуют. У кого есть еще такая женщина? Боже мой. Дочь аптекаря. Она и есть дочь аптекаря.